Ольга Чудакова, знаменитая русская актриса театра и телеведущая. Родилась она 21 мая 1977 года в Москве. Ольга была дважды разведена. Актриса шутит, что вся ее жизнь как-то прочно связана с Алексеями. Первой любовью Ольги стал также Алексей. Она влюбилась в 13 лет. Вспоминает женщина эту первую любовь болезненно, ведь ее было сложно переживать. Алексей Моисеев, актер театра и кино, особенно известный проект «Возвращение Мухтара». Познакомилась пара в театральном вузе, где вместе учились. В университете этот роман приводил к постоянным прогулам и проблем с учебой у Ольги. Вскоре они с Алексеем поженились. Молодые люди были счастливы в браке, но разошлись. Непонимания возникли из-за сложных характеров у обоих. В браке родился мальчик Никита. Во время развода ему было всего 2 года, но никто не препятствовал его будущим встречам с папой. Отношения со вторым мужем пара не афишировала. Алексей старше супруги на 17 лет. Был военным, а теперь успешный бизнесмен. Ольга не скрывала, что в браке возникали непонимания, но Алексей всегда способствовал их решению и уделял много внимания супруге. До брака у Алексея уже было 2 детей, да и у Ольги был Никита. Тем не менее, актриса хотела общего сына. На этой почве у пары начинались конфликты, ведь муж относился к этой идее с сомнением. В 40 лет Ольга снова хотела стать мамой, но проблемы со здоровьем не позволяли ей этого сделать. Поэтому ей пришлось воспользоваться искусственным оплодотворением. Так у нее родилась дочь Мария. Вскоре после 10 лет совместной жизни, Алексей и Ольга развелись.